Всем привет, с вами канал «Все для города». Здравствуйте, товарищи, господа, а также родители. Буэнос диас, амиго. Так, я сегодня приобрел шуруповерт. Вот, увидел такой шуруповерт на канале Олег Семенихин. Правда, у него там он в этом пластиковом кейсе. У него там и сверлы, и биты, короче, там богатый такой комплект шуруповерта. Вот, я тут тоже хотел, выбирал. Вот, хотел я, правда, другой. Ну, фирма такая же была, но только под названием другой. Единственное, чем отличается, они немножко где-то на 400 рублей дороже, и там вставлен еще, то есть не вставлен, а в комплекте идет еще второй аккумулятор. Здесь же это стоит 1400 рублей, фирма Z-Track, вот, он 12 вольт, 1,5 ампера аккумулятор. Вот, он стоит 1400 рублей. Естественно, здесь никакого кейса нету в комплекте, то есть одна бита дается такая, она здесь вот типа обычная отвертка. И здесь вот такая 4-граммная. Вот, коробка бумажная, естественно. Сделана в Китае. Я, правда, ее уже как бы открывал, потому что он даже не был в полиэтиленопленке. В полиэтиленопленке было только блок питания. Вот. Он, наверное, самый дешевый. Значит, 12 вольт, 1,5 ампера. Зарядное устройство. Здесь светодиод загорается зеленым, когда полностью аккумулятор заряжен, красным, когда он идет на подзарядку. А шнур у него не длинный, где-то с метр. Конечно, коротковатый, надо было подлиннее. Так, он зеленого цвета, я-то и один аккумулятор. Вот. Вот такой шуруповерт. Я-то хотел с двумя аккумуляторами. Ну ладно. Может быть, потом когда-нибудь подберу что-нибудь. Так, дается такой паспорт, естественно. Я-то, который я выбрал, у него черный корпус и два аккумулятора. Вот. И вот эти вставки у него прорезинены. Здесь ничего не прорезинено, просто кусок пластмассы и все. В общем, тут немножко на 400 рублей дороже. Ну, здесь вот все написано. Гарантийный талон, ведь мастерские, где ремонтируют эту хрень. Китаец. Так, вот такой аккумулятор. Вот здесь, наверное, три батарейки стоят. 18650, наверное, три штуки здесь стоят. Вот. 1,5 ампера. Ампера, 12 вольт. Я-то хотел 2-амперный, там как раз он с двумя аккумуляторами на 2 ампера. Ну, думаю, ладно, пойдет и такой. Вот, вставляется он просто вот этой частью на себя и до щелчка. О, до щелчка. Вот. А чтобы открывать, нам тут так нажимаем, оттягиваем, он вытаскивается. Вот. Также у него светодиоды такие. Вот. И здесь еще светодиод. Ну, он не очень яркий, видите. Зачем там пластмасску поставили? Лучше бы, конечно, без просто светодиод горел и все бы. Так. Понятно, да? Ну, пойдет, я говорю, у меня точно такой же, как, ну, формы такой же. Единственное, что у него два аккумулятора в комплекте. И он смоленского завода. Вот, а здесь это китайцы. Он корпус весь пластмассовый, ничего нету, ни вставок никаких нету прорезиненных. Вот этот вот задница у него тоже пластмассовая. То есть он полностью пластмассовый. Поэтому дешевка такая. Также есть он две скорости. Одна скорость у него 400 оборотов в минуту, вторая 1400.
Вот здесь вот затяжное это самое. Вот здесь вот. Вот эти щелчки там, ну вот это вот. Вот, а если до конца, вот эта вот долбежка, это уже не провернется. То есть, что-то такие, в дверь какую-то длинный саморез закручивать толстый, вот. А, в комплекте шел этот самый. Блин, я его, наверное, куда-то делал. А, вот он. Вот он. Вот такая бита, такая простая лопата и вот этот четырехгранник. Этого не было. Вот зажимаем. То есть, если у Олега, у него еще дополнительно дается такая вот магнитная бита. Вот. А у меня здесь просто ничего нету. Вот. И еще вот эту я еще купил в прошлом году. Такую елку-палку для посверления отверстий. Как раз под этот шуруповерт и пойдет. Можно что-то сверлить. Вот, зажмем. Здесь как раз, наверное, о, как раз он влезает, видите. Вот. И может там что-то сверлить. Вот. Также это вот эта фигня тоже. Сюда вставляется саморез кровельный такой, что же шестигранник с шайбой и резиновой прокладкой. Вот. Ну, пойдет. Один можно на даче оставить, чтобы не возить туда-сюда. Вот. Вот этим пользоваться можно. Дома или там на даче взять. Вот такой. А это вперед-назад, вот этот щелчок так. Ну и стандартная система. Даже в моем Смоленском у него тоже три светодиод загорается. Но у него вот это помощнее, вот это вот. Ну можно вот эту фигню отодрать, пластмассу вот эту. Тогда светодиод будет лучше бить. Даже не очень ярко светит. Еле-еле светит вот эта фигня. Светодиод слабенький. Да ладно, пойдет. Не обязательно ночью сверлить. Днем можно сверлить. Вот такой маленький обзор. Вот. Не могу показать, что-то закручивать. Здесь надо саморезы какие-то, где-то кусок бруска найти. Ну, может быть, когда-нибудь покажу. Вот. Ну, я думаю, почему я купил? Просто у Олега посмотрел, он купил такую. Думаю, я тоже приобрету. Вот. Потом сейчас они цены у них упали. Они раньше стоили около 3000, а сейчас уже стоит 1400 рублей. В принципе, не так дорого они стоят. Вот там насколько хватит. Настолько хватит. Я помню, за 1200 покупал обычный никель-кадмиевый. Тоже в бумажном этом упаковке бумажной. Давался зарядник и два аккумулятора, эти никель-кадмиевые, вот. Его хватит, он тоже 1200 стоил. Я покупал в АБИ в магазине его. Он проработал 2 года, и аккумуляторы, кряк, и все. Так-то шуруповерт рабочий, а аккумуляторы никель-кадмиевые, они, никель-кадмиевые, они это вышли из строя. Можно, конечно, купить аккумулятор 18650 и заменить, те выкинуть, а эти поставить. Вот такой обзорчик. Спасибо за просмотр. А у вас есть такой шуруповерт? Я говорю, у меня есть этот смоленский шуруповерт. Но там у меня аккумулятор чуть-чуть другого формата. Здесь он получается в ручке, а там он немного там. Вот. Ну, пойдет. Что-то просверлить, плату какую-нибудь просверлить, там эти отверстия, как раз пойдет такой шуруповертик.
Вот, Кать, вот. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».